Доброе утро, друзья! 4 декабря 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, День информатики в России, День военно-морского флота Индии, введение в народном календаре, знаменательное событие. 1707 год. В Москве открыт военный госпиталь, первое в России государственное лечебное учреждение, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. В 1946 в Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400». Родились в этот день. 1878 год. Михаил Романов, великий князь, брат Николая II, русский военный и государственный деятель. В 1949 родился Джефф Бриджес, американский актер, лауреат премии «Оскар». В 1963 году Сергей Бубко, советский и украинский спортсмен, 35-кратный рекордсмен мира в прыжках с шестом, олимпийский чемпион 1988 года, 10-кратный чемпион мира. 1969 родился Шон Кори Картер, более известный как Джей Зи, американский рэпер. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 13 часов 50 минут по московскому времени восьмые лунные сутки. Начало второй фазы Луны. День перемен, ответственный и напряженный. Все нерешенные задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать. Активный день, в который могут произойти непредвиденные события. Возможны перепады настроения. День неблагоприятен для медлительных людей. Постарайтесь стимулировать себя на активность. После 13 часов 50 минут 9-й лунный день. Не стоит опасаться, но вплотную приблизился один из самых неблагоприятных дней в лунном цикле. Он связан с периодом обольщений, иллюзий, обманов, искушений. И вспомним великого Шекспира «Отравлений». Возможно, что сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи, мрачные мысли. Может даже проявиться повышенное самомнение. В любом случае постарайтесь этого избежать. В противном случае есть вероятность быть наказанным за гордыню. Замечено, что сегодня большинство людей, склонны к конфликтам, оправдывают свои собственные ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи на чужие плечи. Вот такой он 4 декабря 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Благодарность можно выразить по ссылке в описании. Удачного дня!